Да сами надо прийти. Им холики надо. Слушай, не пойду сейчас пек переделать. Есть у кого банка на хосту? Да. На две. Дай Филипсу обмен. Спасибо. Так, вот если что, команда и там кого бить. А вы просто летать с... со звездой буду молчать. Шейники идут потом сейчас. Чужаки ворвались. Ну чё, мне пиши в чате херни, ладно. Там по домашнему могут. Давление он играет. По давлению слева слева. И пол-литра он нафига стоит у двери. Он, блин, один тащит. Надо срочно отойти. А, Кеншин у нас. Блин, по дисперсии. Левого этот огнил. На, за кем бегать-то? Ты не вал, на нем метка должна. Окей. Остый вышел. Будет давление, у нас слева много бежит. Вверх и снизу. Слева наверху. Слева наверху в огне на вас играете, сейчас начнет кустовать. Даже не дошел моб, лол. Давление будет. Он вышел туда. Дайте Джерриана, пожалуйста. ДЦ там. Там что, два села сели, что ли? Нет,
Давление наверху справа и слева снизу. Исправьте, пожалуйста, Джерри, она очень сильно пробивает это вот. Огненный слева. Справа внизу. Полстый вышел, сейчас будет давление. Убил. Дали давление. Филиппец, дай, пожалуйста, гейм на ману. Поменяться все. Давай рост. На хпп. По очереди надо давать, да? А? Да, как босс понял. Смотри. Квест не забудьте взять. Квест. Олег. Чё? Это я сейчас отойду на 3 минуты. Я писала. Там спик, если хочешь кого. Тоже отойду, Бил. Да, тоже отойду. Уф. Есть то, блин, притянитель такая. Там сзади бомжи. Не надо было. Дайте по словам Боба по Харзуру. Все, слайд-шоу началось.
пришел, потому что 2005 год. Три кадра в секунду. Три FPS. Смотри. Три FPS. 72 кадра в секунду. Ну ладно, когда было много мобов, было 54. Вот когда мобов сейчас, было... Сейчас стабилизировалось до 113, как обычно. А с 30-ка показывает FPS. У меня тоже 30. Не знаю. В процессе стоял. Третий 650. Сейчас посмотрю. Там еще видяха играет роль. Интеркор и 5 4440. 3,10 кГц. FPS, ты говоришь? FPS у меня 3 был. При большом количестве. А 5? Угу. И еще этот... 1050 Ti. 1050 Ti, у тебя 3 FPS с i5? Я не знаю, блядь, что с этой вовкой. Блядь, это пиздец, какая хуйня, я тебе говорю. Я не знаю, что с этой вовкой. У меня когда-то такой прот стоял, вот такая же видюка, у меня было там 50, 60, 80. Это хуйня какая-то, 3. Потому что нормально, где скачать версию. Ну, тормозят. Может, у тебя процессор не на 100% работает? Может, у тебя экономный режим там стоит? Да нет, вроде бы все нормально. Потому что... 1050 Ti и процом таким, чтобы был 3 FPS, это вообще пиздец. Да, у меня процессор хуже, видеокарта хуже. Ты выше FPS. Меньше 40 не, ну, не падает. Ну, 8 гигов оператива еще. 64. Это винда. Хрен его знает, что с ним не то. Семерка самая лучшая. Хотя не самая лучшая, это XP-шка. Ну, она уже старенькая. Восьмерка уже вышла. Мне про винду нравится. Может, десятый стоит. А мне семерка пиратская. 5 лет назад скачался, наверное, это нормально. Классика, да, классика. А у меня где-то лицензия была, я не знаю, где этот кутик потерял. А какая разница, если ты не перешел на десятку, уже у твоя лицензия не активна? Там был какой-то же момент, когда предлагали бесплатно перейти на десятку, у кого была лицензия умная. Семерка, восьмерка. Их переводили на десятку, кто не перешел, типа, то все, лицензии, считай, нет. Если мне семерка нравится. Кто ж семерка стоит? Кралька пришла? Да. Я тут отойду на одну минуту. Товарищи ФКшеры, приходим. Товарищи, они в 2001 году кончились.
Олег, наверное, тут останется на паладине хилить Синдра. Не, мы желтнус. Или да, а, ну. Но это не точно. Два часа прошло. Ты же по фласкам чекаешь. Да. Я уже, по-моему, три выпила. А, не, нет, только две. Не-не, у меня только что двухчасовая закончилась, я алхимик. У меня Фил, была смотри. Еще после раз 30 минут оставалось. Спикайся в хила, я на ШП. Хиловку. Капец, сегодня только 3 часа поспала. Ничего, сегодня еще меньше поспишь. Мне просто сегодня надо было к 7 на работу, завтра к 10. Он даже к 11. Ох, хорошо, что завтра воскресенье. Мон, тебе чего? Каску поприставил. А, не нормально. Я сейчас софом стал дико не высыпаться, потому что РТ с 9 до 12 ночи. Сложись я в первом часу. Да ужас какой-то. Рэма, дай. Чуть на пол. Укус Хиро. Укус Хиро тут. Все, начинаем. Прошмота нет. Махи, вас освобожден нормально. Три хила. Как лучик, Машулька, по одному стаку хитить Джерина. Так, блин, сейчас прожмешь Сакру. Далеко бежим. Сакру прижимай сейчас. Каком дебаф, вообще не набирайте стаки. Стойте просто. Метки вперед. Прячемся за метками. 200 тысяч подбиваем. Слева падает. Уже. Центру. Центрально не бить, слева не бить метки. Подбиваем справа метки. Все, давайте справа подбиваем. Не столько ничего. Похилит. А, кралька, Сакру отдашь. Пятёшку. Кашка сейчас.
Ладно, дала сакру, сейчас она пройдет и... Листок, поднимай клоток. Прихильте. Мафы по кресту. Метки. Интеллект. Дайте интеллект. Центр падает, сзади оббегаем. Метку, за которую сейчас стоим, не бить. 200 тысяч осталось. Крайнюю справа можно немного подбить. Ладно, все, не бей. Теперь бейте. Давай, рост. Забыл, что у меня нет с... О. Блин, сейчас притяжку дашь. Этот... Так. Малышка, беги! Ни к чём, почти умер. Всё, не стакаем, ничего. 4 хила хилят. Корзол, фокус, Кира, Филипец, встаньте в центр, палитра, метка, милики, отошли в РДД-зону. Чем неправильно выбегаешь? Бейте метку. Дайте фридом. Протопал, что ты спишь? Заснул. Бежали милики. Сливайте сразу мою метку, если хотите. Притяжка сейчас будет. Давайте сразу. Ну, блин, опять нам не метка. Бежали милики. Не поднимать его. Наверное, пьяный, может. Сейчас. Твата под босса, капля на мага, там что-нибудь, что прожмись. Иди его. Давайте метку. Не стакайте бафы. Павлитра метка. Ну давай, ладно. Апис поднимай, никчёма. Дай все время. Сразу хильте, никчёма. Давайте каску, кулак, повару, лапу. Давай фокус хера с подбосса. Ничего не стакаем. Сейчас притяжка. Не бить метку. Мелики отбежали, притяжка достает после глыбы тоже. Так и мне нужны будут говорить. Ну, с Элистер под босса. Мелики отошли. Отлично. Следующую сторону. Вправо. Ладно, не, давай под босса, уже разбили. Отбежали милики. Я думал, просто не разобьют. Сливайте метки. Атомск, поднимай охламончика пока. Давай в сторону. Вот эту в сторону. РДД справа метку слить. Кто-то звонит в дверь. Пол-литра метка. Милики отошли, будет притяжка, не сливать. Так, не стакайте магию. У кого дебафы? Идем притяжку.
вопросах, она не летит. Щит маны нет. Пою. Лепест гимна отхил. Вкус хира гимна отхил. Под босса апис прожми кожу. Отдал. Дайте метку. Сливайте метку. Под босса или в сторону? Давай в сторону уж. Бля, он готов. Рейд морозишься. Наконец-то свободно. Возьмите квесты там с Энрехом, тоже убежали. Блин, гребаные триня. Какая? Братанка. Тебе не нравится? Да, когда оттыкаю ей, то она не падает. Она нужна на двух боссах. Ну что, у меня вообще орган. В РС я еще пока не хожу. Потом стена мейна бы клык. Ну, там король на мейна ушел. Сейчас я дам. БЛК сразу записал. БЛК есть, кто хочет на лича пойти? Берите АДК. Собака. А, во-во-во, смотрите, сейчас Олег, я пойду покурю пока. Где? О, вот это толерант скилловый чувак. Тоже отойду. Давай Лорана возьму. Эй, не гони. Что? Да, берите поклона, а я зайду на рогу, мне нужен меч. Кинжал, если можно. Он потанчит его. И меч. Зов? Или что? Не, меч это для кинжала. Мне нафиг не нужен этот зов. А ты гонишь, какой я... Ты чё, кинжал, господи, их бесплатно отдают всегда. А можешь ничего развести, чтобы начивку? Да, ну Куконский ничего не плюсует, ничего не вредит. Я сам говорит, пати давай. Да. Ну, пускай подождет, сейчас будут вайпы. Ну, Води меня всегда. Так, Води тут. Подожди, Олег, я сейчас. Можно заводить раз? Персонажей на ачиву плюс в чат? Кто будет или не будет? Не будет. Кто не а, будет. Нет, ой, сорян, а не то. Я тогда тоже я буду. Это в великих подвигах, да? А чего? Ладно, давай заново. Кто не будет заводить персонажа? Отлично. Держи Рела и кидай ассисты людям. Я тоже заведу. Держи, кого мне заводить-то? Кто там плюсовать? А, не сталку. Сталку. Да, плюсовать в гильдию просто. Можно офнуть уже? Да, вы спасибо. Своим мейном, который у вас сейчас в рейде, релокаетесь. Или и суммоним. Заходите за другого перса и мейн вас суммоним. И ставь шкаф харзу.
Олег, ты тут? Это же отчего в великих подвигах? Да-да. Ясно. Ай, хуманчик, тревогись. А сколько кастерская пуха стоит не за фул КП? Андрей, Гарри, логайся. Сейчас. И жди. 700, по-моему. Ничего такого много. Он так 1400, кажется, стоит. 1406, что-то такое. Это капец. 1406. Да. Заходи. Скарлетти, этот, делай выход из мира. Все, хламончик, можешь заходить. Джерен заходить не собирается. Джерен, дальше заходить. Он же на роге сидит. Он здесь хоть присумонить его. Да. Он прыгает, вот. Джиллиан, ты рога хочешь пойти? Если есть возможность, то было бы неплохо. Мне нужен этот кинжал для... типа, ПВП, но, блин, если там... А, да. Критично важно тебе 5%, то я зайду обратно. Может, да. Это на АДК зайдет просто? Джаспанк, наверное, может зайти. Если хочет, конечно. Ну, Джерен тоже не бей свой. Ну, урона не будет хватать вас обоих, поменяет обратно. Короче, если хочешь, заходи, если нет, то оставайся, я тогда рассказываю. А чего ты можешь получить, на кого хочешь? Оставайся на роге, если хочешь, на роге. Так, диспелли Тальпич, почему? На третьей секунде. Белин, станешь трусы, Ромбик, Войд, кружок, Джаспанк.
Разул СС на переходке на никого, короче, не знаю. Потом сообразим. Что-то надо еще рассказать по тактике. БД, звездочки. По палам что станы? Палам? Ну, не станьте. По команде будете станить. На второй фазе били, не забывай тоже сакру отдавать под заражение. Как огурчик тоже можешь отдавать сакру под заражение. Вот. Ваня, ты готов? Все, будем. Да, можете поражать банки свои эти на фурика. Так а что, я танчу? Да, ты танчишь. Хорошо, что ты сказал об этом. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Потому что ты погубил десятки тысяч душ. Я говорю... Ну, ладно, хорошо. Через эти мучения... Крик на ХП обновляем, раскол стакаем. Я в мелизоне побью. Демон. Машулич, с пула роста дашь. Что-то не хватает какого-то бафа. Кулак, что ли, не улучшен. О, хорошо, что спросил. Я не прожал. Там черен забил. Миники ловушка. Одну секунду. Ламончик наноси. Быстрее, возвращайся. Протопал ловушка. ДД, двигаемся. Так, на тебе ромбик, крауд. ДД, перебежали. У нас будет чума одна секунда. Ловушку не забегаем. Листалк. Испел его. ДД опять перебегаем. Раз шаркающий будет второй. Внимательно. Где ловушка, перебежали. Харзула хильте, как огурчик чума. Прист мод, подымай Харзула. Вот бист мод, вот бист, подымай. Бежали, ловушка, РБД. Вставай сразу. Бафы по Харзулу. Проводи дальше трэш. Мини-зона, ловушка на край, звездочку, чума, одна секунда. Дримчиев, капелю на протопала, диспел физифилакса. Звездочку встали, сейчас ловушка будет. Кинется на РДД, будет плохо. Так, мини-зона, ловушка, все на край. Таркар через 3 секунды. Больше дамаги. Чему сейчас не будет? Все нормально, нету шаркаря. Клота, давай гимноману, Машулька, ставь тотем. Апис, Атомск, Инре, ПКД, Машулечки. Ахламончик, Войд Бист, как огурчику. Играл кружок. Харзул кидает проклятие косноязычия на лича и на вот этих духов. Фокус хиро, где твой ром пределен сферу? Второго духа играем. ДЦ завис. Что делать?
Что делать нам тогда? Ну, уже третий друг, сейчас переходка будет. Ну, да, ты развесь, блин. Ты развесь, дружище. Да. Ты развесь. Он развесь. Он развис. Давайте звездочку становимся. Духа надо добить. Веди все, веди духа под босса быстрее. Велики под босса. РДД духа играем быстрее. Звезду встали, играйте валик сейчас. Так, первый ретрик, второй сова, третий кот. Дримчиф, встань ромб. Все через ромб играем. Центр все вышли, под боссом не стоять. Сова, уйди с под валик. Валик сыграли все. Трусы добить. 500 тысяч в трусы. Все, теперь можно в центр смещаться. Берем центр. Давайте также станем. Значит, от первого вальку Вилен даешь сакру. Трекмастер аура. Мы отбегаем от лужи. Нормально быстро. И в звездочке ждем первую вальку. Так, первая валька, я скрижнее сейчас будет, смотрим. Выбежали. Круг играем. Через круг. Все в круг, кружок. Резидента стан по ромбику, в ромбик играйте. Трусы. Джерри в трусы. С центра всем выйти. Осквернение сейчас будет. Потом пойдем в центр после осквернения. Как огурчик может дать. Ну ладно, ничего не давай пока. Давайте все в центр. За спину за лича. Станем все так же. Кружок играем. Через кружок играем. С подвали уйти. Все в кружок. Все в кружок, это хант. Потом ромб играем. Осквернение 5 секунд. Играем в ромб. 500 тысяч ромб. Листалка осквернения. Роги, станьте трусы. Трусы надо добить. Все в трусы. Добили, отлично. Поюгим на ману. Стали под босса. Сейчас появятся опять три вальки, а потом сразу будет осквернение. Поэтому, когда появятся три вальки, мы все отбегаем. Налево, направо. А этих которых нет? Ну, поставь. Все, выбежали. Я не застаню вальку, я вальк. Гринчи в трусы стань, играйте через кружок этот бисовый, этот фурик. И трусы надо тоже слить, там протопал. Ромбики. Ромбик тоже, сливайте трусы. Ну все, сливайте, есть время. Кресты замедляем, трусы. С центра всем выйти, будет осквернение. Осквернение 2 секунды. С осквернением в центр идем. Осквернение Мелизона, в звезду встали. Идем в звезду. Танем также всех. Так, кружок, сова, ромб, сова, пурик, трусы. Все в вальки играем. Осквернение 3 секунды. Осквернение, отбежали от него. Опять идем в центр. 6%. Сейчас осквернение пропадет возле звездочки. Значит. Протопал забирай босса. Протопал забери босса. Хламончик, подымай никчема быстрее. Прожми сакру. Тачи пока лечу. Все играем в вальки. Сейчас будет осквернение после трех валик. Разбежались. Бодрика в трусах. Блин, держи. Держи лича. Играйте через трусы. Все через трусы играем. Хил в печеньке. Я стандал. Каску по БДК.
Иссушением небе я замедляю лучший и верши палец. Так, все на край, добиваем лича. Маны нет, чтобы... Дайте гим на хп. Ладно, даю гим на хп. Играйте в лича. Фокус хира, гим на хп. Осквернение 1 секунда. Сейчас... Отбежали от осквернения. Переводите лича быстрее, все на край. Дайте каску на БДК, случайно снял. Все на край, быстро. Протопал твой следующий. Кружок играем. Кресты сферы, Альпич, гимноману. Ничем сорвешь агро и не знаешь, что с тобой сделаю, блять. Ёбана в рот. Атом, поднимай Аписа, Апис подымешь как огурчика. Как огурчик, вставай. Кого еще из гимноману поем, даем фулбаф по рейду. Играйте в духа с меньшим количеством хп. Кого еще из БР плюс? СС на БДК киньте. На кого? БДК? Да, на БДК. Кидай на БДК пол-литра. Так, духов не бить, ни к чем, сука, не бей духов сейчас. Отошел от мобов, крикни на хп. Дот эти лича. Так, плохо, вообще все идеально. А нет БР больше. Бати, стали звезды. Без мой таргет, присты, играйте и сушением. Побежали. Так, забафали лапу, интеллект, кулак, поваром. Присты бьем взрывом разума, у нас минус один ретрик. Не стал кулак, поднял, кстати. Кажется, они не поднимутся уже. Смотрите, сейчас мы выйдем с комнаты. Духов пока не трогаем, дотаем лича. Милики бьют лича, РДД, духа. Не вижу второго духа. Давайте кружок бьем. Все ушли из-под духа, все кличу, милики, хилы, все кличу. Не надо здесь нам смерти лишних. Милен, тебе помогу похлопать. Убежали от духов. Духи спускаются в рейд. Блядь. Хильте Белина, блядь. Где за хил по танку? Ваня, лови духа. Сейчас дыхнет в рейд. Духа никто не бьет. Духа никто не бьет. Кресты хлопайте мелких духов. Гроза духом не сорвите только. Все, отводить потихоньку лича. Сколько ДБР будет? Играйте по гневному духу все. Так, после комнаты поднимаешь. Пересты, у кого тучка не на КД, взрываем духов. Только осторожно. Побежали в звездочку, бейте. Бейте духов, звездопады там. Апис, да, там скиннеры, машулечки. О, это хламончик, как огурчику. У кого еще БР сейчас откатится, там я уже не помню, кто падал. Очень много людей падало. Все. Будет после комнаты или нет? Две минуты. На Геру две минуты КД? Нет, на Геру нету КД. По стенке бежим, по стенке бежим. Духов не сорвите, лича не сорвите. Поднимай сразу. От осквернения отбежали все, уходим, спрячемся за спину лича. Белина пробафать. Пол-литру хильте, жатва идет. Белин, иди прожимайся, взрывай духов. Давайте рост. Отойдите от морды гневного духа, я его на центр развернул. Сова, уйди, присты. Все, отходим от лича. Отбежали от лича, все от лича, духи спускаются. Духи спускаются. Присты, прожимайте тучки. Фокус хира, осквернение. О, бля. Еще один дух. Одного духа взорви.
Все, давайте на другую часть комнаты идем. Да как ты? Думай. Блять, чего вы не хилите танка, сука? Два раза падает фуловый танк. Дайте бафы по БДК. Побежали в звездочку. Вряд ли успеем. Там минут 20 до версии. Нормально. Пока что еще. Дайте каску и лапу на БДК. Если кайтить. 20%, да. 29 там ляма. Дайте 20. Каску на БДК. И кулак мертв. 27 и 17 лямов. Надо. Любой паладин, дайте каску по БДК, блять. Дали просто. И лапу дайте. Применение в центре. Играйте все лича. Там еще 16%. Ну, правда, интересно посмотрим. Блять, хилы вы какие-то донные, сука. Либо он что-то упал. Очень далеко стоит, он должен ловить этих чуваков возле рейда, потому что они подлетают и хлопают. Он стоит вообще там у трона. И бежал ему навстречу. Все, бегите отсюда, там духи сверху. Че вы стоите? А взорву духов. Взорвал половину, не помогло. Не с первого трая убить меня. Сейчас будет комнатка. Ну видишь, нас с ним аншотнуло, как в тот раз. Берсерк просто включилось, ну типа он начал кастовать заклинания, типа урон идет еще. Ну типа как от, без берсы, а берсерк включилось, когда он уже заканчивал кастовать. Я не время. Вот берса вы баблы выделить будете? А, ну все. Нет, это не... Что там под хило по Ване есть аккаунт? Пришел конец. Да хоть упал не хилит. Блин, если ты эхпалом стоишь без маны, то это... Пиф агро, ДП 500. Не обсуждается. Так, смотрим отхил. Найс. Давай, я БДК зайду. Как это поможет? Ну, будет АДК, потому что вальки... Поможет? Я не успеваю, я станю с самого края, потому что надо комбо-поинты набить. Их никто не замедляет. Лужа будет замедлять. Ты должен до призыва валик не бить некоторое время, у тебя будет фул энергия. Так я не бью, как я думаю. Ты начинаешь бить валик, у тебя сразу, там тебе два удара сделать, у тебя 4 комбо-поинта. Ну так они не всегда 2 очка дают. Ну, блин, они дают 2 очка там с вероятностью 60%. 3 удара делаешь, у тебя там 5 комбо-поинтов. Короче, замедления по валькам нет. ШП дамажит на 13% слабее. Сейчас я линкану до смерти. Там же... Всё, поднимай, не падаем. Вот, не падаем. Первая смерть. Только из-за них чёма упала. Вторая. Лера, ещё 2 человека лежало. Минус 5 сразу. Падает Ваня. Минус 5 потом. Блин, ты понял, что не надо далеко отбегать от хилов, а хилы должны поближе к нему тоже становиться. Баф утирает.
что, может, все-таки сделать АДК, но... Нет. Кто-то на катастрофе. Проблема не в ДПСе. Проблема не в ДПСе. У Вальки на замедление. Давай, если тебе трудно станет, Джерин будет станет ромбик. Отойду на минут. Чек на пол. Краут, ты видел эти озарения кинув? Нет. Теперь по инерам. Void Beast, Охламончик, заливает инер как огурчику. Атомск, Апис, Машулечки. Первую фазу уже начинаем заливать, может она долгая. Кто еще отходит? Есть кого фласка на дамаг? Нету. А нет, есть. Ваня готов? Угу. Это Атомск отходил, да? Мне дали уже фласку, спасибо. Подождем Атомск. Хилы должны бежать впереди танка, а не за танком, когда от них он убегает. Мы должны смотреть, куда он идет. Че, вторая фаза была нормальная. Если не считать падение танка. Все, я запускаю. А, не, 3 секунды. Да. Капельку, Вань, проси, я не знаю, кто же. Я не знаю, на третьей фазе пилится только танк, БДК и протопал. Все. Больше там нечего хилить. Две цели, 4 хила. Осквернение еще хили. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быстро. Как так еще? За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ну, на самом деле очень много влетело за 2 секунды там. 30к, 12к, 30к, 30к. Да все за 2 секунды. Под жнец надо прожимку отдавать. Блин, в третьей фазе на второй ассисти по литру, кидай на него каплю под жнец. Особенно если в вальках летят хилы, и всегда обновляй на него щиток свой. Да будет так! Герои в атаку! Просто. Просто. РДД перебежали. Ма 2 секунды. Пытаемся чума выносить. Изофилакс. Ловушка скоро. Лики ловушка. Ромбики вступления снимаем. Его нет. Это так, на всякий говорю. РДД ловушка. На 3 секунды. Листалк. Зол, не бей больше ее дамагом, мобов, потом получишь ГП за это в следующий раз. Так у меня жертва уже закончилась, там один тип был, а я просто не снимается почему. Там не стой миллизоне. Ловушка, смотрим. Великий ловушка. Тума, не сталк опять. Спел его, диспел еще раз. Перекинулась просто чума. Перебежали РДД, звездочку становимся. Атомск подымай. Атомск подымай, листалка. Ниник подымай, уже падает. Не вставай, блин. Кто там? Что-то Альпиш не продисплеили второй раз. Завтыкал на второй раз, я не видел, что она перекинулась. Чума перекинулась, шаркающего добила до 5% хп, у него была вторая берса. Это берса на выступление и убила танка.
Давайте быстрее встаем, рестимся. Не повезло. Сниму ГП, если будет сейчас удачный трай, мы убьем спокойно. Без срывов агро и затупов. Там сходите, чинитесь. Все, возрисну, что вы красными не были. Ну, а давайте, у нас еще часок есть, потом вальки будут. Они уже есть. Они уже есть. Давайте сразу их убьем. Подождите, не идите, сейчас остальных подождем. Вдруг сейчас леча убьем. Вряд ли. Давайте, агрите звезду. Быстрее, пока не улетело. О, я знал, что ты придешь. Блин, я уже поверил. 25 человек живых на третью паузу. Мы же вторую убьем, подождите, не портуйтесь. Давайте вторую убьем, хило есть и есть. Я могу использовать эту способность. Все, теперь можно еще 2 часа вайпаться до следующих. Да? 2 часа респ. Ну и сколько он там, их не знаю. Два. 22:16 только по МСК. Столько времени у нас повайпаться, да? 3 часа еще. Кушайте рыбу. Лапу даем, пристабав, каску, крест, кулак. Ради, только 3-й трай, ничего страшного не случилось, в принципе. Лилин, Ваня, ничего. Сейчас, я бафы. Давай. Все, готов. Ваня, готов? Подожди, сейчас резидент зависит. Да, запустишь там, крикнешь. Я перезайду. Ничего. Машули. Все, я сейчас зашел. Ку-ку. Ну в чем ты тут? Да, запускаю. Давайте, соберитесь. Что-то вас надо, не тупить. Не срывать игру. Килить одну цель на третьей фазе. Хваленые силы света. Ни одного лука не хватало, вы сами видели. Все вальки сливались.
Кила тоже не хватало, только Эльдру. То есть ДД во второй фазе нам хватает. Не хватает мозгов. Будет так. Герои в атаку! Два. Пункт, короче, пей уже. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДД перебежали. Мада, секунда. Потом скажу, мама. РДД встали в звездочку. Мама может перекинуться на человека. Милики ловушка. Милики ловушка. РДД встали в звездочку. Чума, одна секунда, надо донести. Альпич, чума. Отведи подальше трэш от мини-зоны, перекинется чума на БДК, конец будет нам. Дали в звездочку. Второй шарку сейчас вылезет. Свата, интересно. Второй шарку сейчас забирай. РДД ловушка. Правильно, Мелик. Чё, бляха. Чё я пожертвую аккаунту на подражание? Да блять, это с вас, сука. Жмата идут, хохломончик. Падайте. Ещё не вылез этот... как его? Большой только вылазит, я смотрю, звездопорт сжимает. Снимайте диваны свои, всю вот эту фигню, быстрее умирайте. Надежда. Пришел конец. Сейчас я порессую хилов, а хилы порессуют остальных. Как хорошо валькиру убили, да? Ладно, допустим. Почему сначала Крауда убила? Растил, наверное, прожил. Шаркарь, ну, типа даже если бы был в Старфорд, то там типа Шаркарь возле протопала появился, прошел возле, ну типа через рейд. Но я не защищаю его, я просто говорю, через протопал, он ничего на него не нажал, вообще даже не ударил. А потом говорит, что что-то там Старфолл ударил. Типа, блин, как-то вообще печально. Через протопал. Что ты не мог у протопала? Ну я никогда не поверю, что у тебя все... Блин, да там способности, можно его сагрить, в смысле таунт на КД. У меня тут что-то не сбиваюсь, я все лечу. Каф. Почему ты не мог прожать тарелку? Печать. Ты подождал просто, пока люди умрут. Где Атомск лежит? Да я улетел, сейчас я запущу клиент. Запиши просто релоад. Ну, уже поздно. Да нет, там фигня урона. 43, к 26, 24.
Вот, и на такой хуйне мы вайпаемся. Там сидим по 20 часа. А, с ума нейся? Как я тебя сомну, если ты мертвый? Ну, захожу уже. Живой. Сейчас находится побыстрее вторую фазу увидеть. Принимай сама. Собака, если может. Ты тут?